Приветище! Это остров пчел и мой новый улей, который выглядит как крест. Значит, чего у меня сейчас здесь нету? Давайте покажу. В этот раз я еще не успел построить здесь медпункт, чем мы сегодня и займем. Также у меня казармы уже есть. Кстати, куда казармы надо поставить? Надо подумать. Здесь вот у меня два детских садика сейчас. Я думал, вот тут вот школу недалеко от детских садиков, ну, чтобы с садика в школу пойти, а потом в казарму. Ну, то есть в военкомат, все дела, в армию пчелки идут. А с другой стороны, я хотел сделать больницу, ну, в принципе, тут и казарму можно сделать, почему бы и нет. Давай строиться. Сперва надо понять размеры. Так, казарма, вот таких вот она, офигеть, она будет здоровая, это жесть, конечно. Место под казарму я уже реализовал, пчелочки трудятся. Надо бы заняться исследованием, что там у нас дальше? Шершнепёк! Отличная штука, надо ее открыть. Все, место под казарму готово, можно строиться. Нифига себе, у пчел есть бульдозер. Серьезно, у них есть бульдозер, ты посмотри на... А, ну у меня же продвинутый пчел. Ты видел исследовательский центр какой? Да, я его в прошлый раз тебе показывал. То почему я удивляюсь тогда бульдозеру? Это, конечно, мощно. Какой-то луноход, елки-палки. Опаньки, у нас зенитка появилась. Зенитка нужна для больших противников, и надо бы ее сейчас здесь поставить. Места она, конечно, дофига требует. Шершнепёк у нас прокачался, теперь качаем медицинский центр. Через 53 секунды на нас нападут, и я дико хочу посмотреть на работу зенитки. Надеюсь, мы успеем ее достроить, но хотя пчелки как-то у меня вяленько летают, очень вяленько. Давай, пчелище, ну же, брателла. Красава. Зенитка готова. Надо было ее развернуть, ну да пофиг. Как есть. Короче, сейчас будет схватка. Военные пчелы у меня тут вообще дикие. Очень дикие. Ну что, понеслась? Вот они, шершни, летят на тебе. В брюхо. Есть попадание. Опа, еще одно попадание. Военки полетели на божью коровку. Сейчас ее отпыхают. Сейчас посмотрим, как они будут это делать. О, они там ее уже толкают. Выше взлететь, к сожалению, я не могу. Только ниже. Все! Сбили божью коровку. Вот почему мне нравятся военные, так это потому, что они умеют толкать, отталкивать от своей базы противников. Это очень значимый талант. Ё-моё, а ты что с тобой? Ты чё тут? Это мой капитан! Генерал армии, что ли, такой борзый, с усами. Ничего себе. Вот это тренировочный лагерь. У них тут полоса препятствия есть. Боже ж ты мой. О, тут у них даже вон эти есть манекенчики, по которым пострелять можно. Ничего себе. Вот это казарма. Так, и что мы тут можем? Военная пчела, поднять уровень. О, смотри, пошли. Пошли, какие пчелы. В броне теперь они у меня. В казарме качалочка пошла. Ваше безличество, наши разведчики услышали взрыв. А, ну все, про порох. У меня как раз вот... У них пестики есть, смотри. Теперь у меня тоже порох. И все дела. Справедливая схватка будет с этими шершнями, которые только что открыли порох. Потому что у меня тоже есть пушки. Че по исследованиям? Медцентр у нас открылся. Школа. Теперь школу качаем. Что у меня по зениткам? Здесь строится, там строится. По зениткам вообще все плохо. Как бы, ну, печаль. Шершнепёки. Они, кстати, не так много места требуют, поэтому давай одну шершнепёку вот сюда куда-нибудь шлепнем, а другую где-нибудь вот здесь. Вот как раз место есть под шершнепёку. Вот, отлично. Я, кстати, не обращал внимания, что у нас теперь есть флаг. Он давно тут у нас? Смотри, какой флаг у пчел теперь. Юху, пулеметы, ядрен батон. Медовушечка. Ну, это я к тому, что все. Хана будет этим шершнем. Вот это огнево. Оу, да, вот да мощь. Насчет медицинского центра. Возвращаемся к строительству. Значит, от детских садов. Вот сюда вот немножечко отстраиваемся. Здесь у нас будет медцентр. Соты готовы. Медцентр строится. И скоро у нас будет медсестричечки. Даже военные не любят укольчики в пятую точку. Опа, все, седьмая волна пошла. Зениточки, я вон там вот уже вижу противники, летят. Перехожу к зениткам. Ох, сейчас будет весело. О, интересно, достает до нее? Бомбите ее! Вон шершни полетели. Еще интересует перезаряд. Ух ты, елки-палки. Вот это надо бомбить. На тебе. Блин, бомбить их будет тяжеловато все равно. Ё-моё. Ей пофиг, по-моему. А нет, вот загорелась.
Слушай, перезарядки у этой зенитки нет, и это очень хорошо. Прям на базу летит. А! Ну, мимо, слава богу, мимо. О, тут у нас битва. Шершни, конечно, дичавшие. Вон, в броне тоже. Но у меня пару военных есть. Не слабже. Обученных в казарме. Падают, как семечки на землю. Видал, как отпихивают пчелки их? В пчелах есть толк, особенно если они обучены. У меня там, по-моему, обычные пчелы. А где из казарм обученные, я не понял. Где солдафоны знатные? В казармах вроде как производятся, но... Что-то я ошибка-то не видел их на поле боя. Или у меня их уже перебили. Наконец-то достроился шершнепёк. Давай посмотрим, как эта штука стреляет. Оу! Вот это да! Вот это я понимаю. Теперь у шершней точно будет припекать. 3 секунды, и на нас нападает новая волна. Наконец-то я смогу опробовать шершнепёхи. Опа, погнали! Где эти? О, казармы, смотри, трубы заиграли, казармы тоже полетели. Ну чё, поближе подлетите. Вот так вот вам. Я, правда, вообще не попадаю. Ракеты летят не очень грамотно, как бы я хотел. Но зенитки вроде справляются. Получайте, шершнепёки. Можно еще параллельно стрелять и в вот эту божью коровку огроменную. Мазю. Блин, ракеты вообще неграмотно летят. Опа, кажись, на меня прям на меня летит. Ракетница может смотреть прямо над собой. Это очень здорово. На мою школу упал. Ай-яй-яй. Ну, то есть ты видишь, да, как ракеты летят? Целишься вроде посерединке, а так как ракетница, она... Сколько там у нее? Раз, два, три, четыре, пять. 5 стволов, еще снизу 5. То есть 10 стволов. Ракеты летят из каждой стволины в разную сторону. Попасть вообще невозможно. Не буду из нее стрелять. Тут у нас вроде нормально, еще одна божья коровка прилетела. Но школа строится, ей как бы по барабану. Че, не достреляли еще всех? Ну же! Ты посмотри, какая бойкая. Ого-го, как ее отбило нормально. Мощь. Ну чё, вроде бы отбили, вроде бы пострадавших не так много, сколько военных осталось. Ой-ё, одна пчела. Ужас, надо пополнять военных срочно. 10 пчел. Хранилище амброзии бы теперь прокачать. Ладно, не будем. Давай агитацию лучше. Агитация нам нужна, потому что шершни сейчас с порохом, с пушками. Вот, пускай шершни на нашу сторону еще переходят. Теперь переходим к строительству школы. Школа нам нужна. Ух, елки-палки. Я ее хотел вообще, по идее, строить где-то здесь. Вот таким вот образом. Вот отсюда отстраиваемся в эту сторону. Блин, воска, конечно, на нее огромная куча требуется. Просто жесть. Вот это школа. Медцентр у нас дико медленно строится, потому что амброзия, вот эта зеленая штука, она у нас идет на исследование очень сильно. Видишь, например, хранилище амброзии, туда тоже вот нужна эта амброзия. И для агитации тоже нужна была амброзия. И вот сейчас посмотрим, сможем ли мы сагитировать каких-нибудь шершней и других насекомых враждебных к нам, чтобы они бились за нас. Ну, переманить, то есть, на свою сторону. Ну чё? Так, здесь у нас строится зенитка. Ух, елки-палки. Ух, о, полетел. Нифига себе. Вот это битва тут. Вообще жесть, что происходит. Что-то как-то мимо ты стреляешь, зениточка, очень мимо. Зенитки не такие мощные, кстати, как хотелось бы. Так, я, походу, сейчас постреляю. Вот в эту вот. Я в нее отлично буду попадать сейчас. Блин, перезарядка. Горящая стрекоза летит. На будущую школу упала. Теперь вон туда постреляем. Ой, хорошо. Ее покосило. Ну давай же. В стрекозу не попаду. Там сзади кто-то на трубе играет, это казармы. Блин, слушай, шершнепёк, по-моему, отлично идет против здоровых всяких насекомых. Ёлки-палки, сколько здесь шершней. Обосраться можно. Я думаю, что надо... А-а-а, разнесли полбазы. Я думаю, что надо созвать всех в центр. Колокол. Потому что военных, я думаю, что моих уже растащили. Отбились? Сколько военных выжило? 2 военных.
И две обычных пчелы мне уничтожили. Было 31, а стало 29. Ладно, не страшно. Блин, базу мою, конечно, знатно так подразнесли. Все мои дорожечки полетели в тартарары. А, придется сейчас отстраивать. Придется отстраивать. Что поделать-то? Но лучше дорожечки, чем, например, та же самая казарма. Строить ее очень сложно и очень дорого. Нам нужно распустить весь мой колхоз, который тут стусовался посерединке. Все, летите, работайте, пчелки. Че думаю, у меня центр еще не построился, поэтому начинать стройку школы я даже сейчас не планирую, вообще не планирую. Пускай мне центр достроит, так как еще зенитки здесь не достроены, и вон там тоже не достроено. Есть что строить, так что подождем немножечко со школой. Ты посмотри, что тут написано. Про агитацию. Слева сверху открывается кнопка, при нажатии на которую 5 шершней переходит на вашу сторону. Чунгачкук, я не увидел ее. Вот она, эта кнопка. Елки-палки. Надо было ее нажать, когда на нас напали. А я-то думаю, что ни один шершень к нам не переметнулся. Хранилище амброзии у нас изготавливается в лаборатории. Теперь нужно следующее исследование открыть. Острый козырек. Предлагает вшить в козырьки военные лезвия. Так они будут смотреться еще круче. А еще... можно будет ими кого-нибудь подбрить. О! Наконец-то строят медцентр. Можно и школу начинать. Сейчас, переходим к строительству школы. Вот сюда, вот так вот. Опаньки. Кран! На строительство школы подогнали кран! И бульдозер! Вот это, я понимаю, стройка века. Пчелы реально эволюционировали. Значит, тут у нас... тут у нас что? Что-то... Медцентр все построился. Медсеструх побольше. Они будут лечить наших военных во время битвы. Ну, кстати, вроде бы даже на город что-то становится похоже, да? Вроде неплохо так расстроился, застроился. Школу построили! Как быстро! День знаний, 1 сентября, аллилуйя, построилась школа. Давай кого-нибудь обучать. Пчелостроители. Теперь я могу их в школах производить, да, видимо? Написано, что в свободное от работы время переносит еще и ресурсы. Ну, давай вот их и сделаем, 10 штучек. Пускай производится. Блин, школа, конечно, атас. Там еще и двухногое какое-то существо есть. Это кто вообще? Вот это. А, это пасечник. Это пасечник. Королева тут есть. О. Смотри, с пулеметом пчела. Какой-то этот бандит, мафиози, еще и с сигаретой там. Сейчас прилетят сюда эти, как их там называть, шершни. И я попробую их переманить. Так. Вот, нажимаем кнопочку. Где кнопочка? Кнопочка. Переманиваем, все. Переманиваем. Я нажал на кнопку, идет какой-то секундомер. Видимо, в это время у меня на это время переманились шершни. Только какие, фиг их знает. А еще надо в колокол позвонить, чтобы... Блин, шершни пек вообще мажет. Вообще прям конкретно мажет. Давай, перезаряд. Да чтоб она перезаряд. Подбили. Попал в стрекозу. Блин, сложно. Очень сложно стрелять по маленьким целям и шершни мёта пёка. Обожаю запах мёда по утрам. Уничтожено 100 шершней. Нифига себе. 100 шершней. Жесть, что происходит. Это просто война какая-то конкретная. Первая мировая, ёкарный. Первая мировая насекомых. Это кто на меня? Боже, коробка свалилась с неба на меня прямо. Чё, отбились? А вон там. Куда стреляешь? Блин, перезарядка не вовремя вообще. Ух, шершней сколько, ты посмотри. Блин, ни по одному не попал. Что это такое? Спасти рядового Пчелкина. Переживите 10 волн. А, это мои шершни, они за меня сейчас тусят. Да? И опять мои дорожные восковые артерии повреждены. Надо их отстраивать. Я уже запарился их отстраивать, вот если честно. Значит, шершни пеки. Вот сюда вот их две штуки поставим. И с этой стороны еще тоже две штуки шлепнем. Они очень мощные и очень классные против божьих коровок, как я понял. Эффективны против скопления врагов. Ну, кстати, да. Где куча насекомых, туда стреляешь прямо этими ракетами. И тоже можно сбить кого-нибудь наугад. Че по лаборатории? По лаборатории острые козырьки у нас. Гаубица. Орудие запускает разрывные снаряды. Да, хочу. Хочу гаубицу. Знаешь, что печально? То, что у меня хранилища меда нет, но одно осталось. А здесь было еще по два. Но их снесли, я их сейчас застроил и понял, что с медом у меня прямо жопа. С хранилищем меда, я имею в виду. Фабрика по укрепленному воску. Еще одна построена. Что у нас по воякам? 14 военных пчел, это мало. Нужно еще больше. Прям капец как больше. Хоть детских садов, блин. А, ну детские сады нам шибко
роли не сыграет в количестве, потому что королева-то одна, она даже не успевает яйца столько делать. Смотри, яйцо только что вот было, но его сразу же утащили. И все кроватки, они пустые. Это прискорбно. Кроватки прям-таки опустошены. Медсестрюха! Медсестрюха лечит шершня! Ёлки-палки! Это как-то не круто, на самом-то... Ну ладно. Пока что шершень замяз, так что пускай так и будет. Медсестра одна всего лишь, военная пчела 17. И сейчас мы выясним, сможем ли мы противостоять этой волне. Или будет сейчас кобзда. Сейчас узнаем. Всех пчелок созываем в одну сторону. Давайте, братцы, давайте. Перехожу в зенитку. И начинаю... А чё, стрекоза какая-то черная прям? Что это такое? Смотри, какие стрекозы пошли. Это терминаторы какие-то. Ёлки-палки. Что за стрекозы? Куда она улетела, эта стрекоза? Я хочу на нее посмотреть. Ты только глянь. Какая опасная. Я перешел в шершни пёк и бомблю. Ой, прям на меня падает. Там сразу тоже сбили. Рабочий в битве, по-моему, у меня. Это не круто. Так. Долетит? Да, летит. Правда, успел сбросить на школу, по-моему, или на медцентр. Это нехорошо. На медцентр летит. Хотя нет. Отлично. Вот эту бы стрекозу подбить. Есть попадание. Сложно по ней. Очень... Зенитка горит. Надо бы ее отремонтировать. А то их хана наступит скоро. Есть попадание. Ништяк, сбил. Последняя осталась. Но я по ней не попаду. Да, промахнулся. Че у меня тут по обстановочке как? Пока живем, слушай, вроде ничего так. Шершней осталось двое. Но к следующей волне я сагитирую еще несколько. Кто-нибудь, отремонтируйте зенитку, пожалуйста. О, отлично. Один трудяга... О, целая банда прилетела. А вот этот-то с каской, нифига себе, какой крутой, да? Он еще и с этой, с газовой горелкой. Или это паяльник у него? А, это этот, как он? Сварочный аппарат. Ёлки-палки, ну ты мощный. И, кстати, у меня два. Это школьники, которые выпустились со школы. Нормально такие рабочие, очень быстро строят. И зенитку отремонтировали. Гаубицы будут сейчас готовы. О, да. Новый командир? Старый командир, старые доктрины. Нам нужен новый командир и новые доктрины. Время подготовки новых пчел-защитников уменьшает. О, да, хочу. У меня же все достаточно. Все ресурсы, я думаю, что у меня есть, так что... Нового командира хочу, чтобы подготовка пчел шла еще быстрее. Король Артур, на нас напали! Но у меня есть возможность сагитировать несколько шершней. И вот хранилище меда, наконец-то я к нему подбираюсь. Пришлось вернуться к первой эре, чтобы это все сделать. Потому что без меда прямо-таки жопа. Ну что, поближе подлетайте, поближе. Так, всех пчелок домой. И агитируем. Сагитировал еще несколько шершней, надеюсь, они будут за нас. Вроде бы как здесь бьются за нас. Ёлки-палки. Ты посмотри, каким отрядом они летают здесь. Жёваный торт. Меня тут разбомбили прям конкретно. Ёшки-матрёшки. Так. Шершни... этот пёк. Шершни-пёк. Где? Вон он летит. Попал. Отлично сбил. Прям чётенько. Там еще шершни летят. Но нет, мне нужна божья корёвка. Мазю. Прям конкретно мазю. Ёлки-палки, что ж происходит-то? Вот попадание. Сейчас, если я повернусь назад, там будет жопа. Очень сильная волна. Готово. Ну, почти жопа, да, почти жопа. Упал. Хорош. Там куда-то улетел. Попал? Нет, я в него уже не попаду. Здесь шершни. Я теперь не разбираюсь, где мои шершни, где чужие шершни. Они бы хотя бы раскрас как-то меняли, что ли. Ой, шершнемёты просто всех щелей долбят. Чё, можно выходить? Опять дорожки мои разбомбили. Блин, я не вижу смысла отстраивать заново дорожки. Вот постоянно на каждой волне их просто расшибают в щепки. Детский сад один разнесли. Вот уродцы. Вот за детский сад это вообще просто подстава. Детский сад это, конечно, больно. Удар ниже пояса. Ёлки-палки.
Придется заново его отстраивать еще. У других вариантов у нас ошибки-то и нету. Единственное, что печально, почему мы только шерсть не агитируем? Почему нельзя стрекоз, божих коровок? Было бы прикольно, если бы у меня тут над базой огроменная бозая коровка летала бы. Что у нас произошло? Ваше безличество, наши разведчики заметили, что шершни объединились с мотыльками. По нашим данным, мотыльки собираются нацелиться на наши постройки. Они живучие и большие, и трудно предполагать, какой вред они нам нанесут. Мотыльки, если они больше, чем... Ой, елки-палки, у меня тут вообще жесть, что разбомбили. Что-то у меня тут какая-то постройка была. Хотя вроде все нормально. Короче, мотыльки, они еще больше, чем божьи коровки же. Размах крыльев, ты знаешь, какой у них большой? Все, хранилище меда есть. Очень здорово. А, гаубицы, я же гаубицы открыл. Еще ни одной гаубицы не построил. Елки-палки. Что там по гаубицам? Гаубица стреляет разрывными снарядами. Вот она как раз вот сюда вот мы ее. Гаубица будет против мотыльков. Все, ништяк, все хорошо. Короче, я не успеваю отстраиваться. Я только вроде бы отстроился, и уже следующая волна начинается. Это жесть. Я даже гаубицу еще ни одну не построил, потому что тупо не смог восковый фундамент построить под него. А у меня зато новый командир уже готовится, и это великолепно. И наконец-то я ставлю медовые хранилища. Медовые. Вот это вот, достройте мне, пожалуйста, часть. Я здесь хотя бы гаубицу начну строить, а то их ни одной у меня еще нету. Оп, все, хана. На нас напали. Ух, какие здоровые мотыльки. Ёлыпа. Это мотыльки? Да это дроны какие-то. Жесть. Ох, жесть. О, как они, смотри, фигачат. Ё-моё, они скидывают. Они бомбардировщики сраные. Тут уже от стрекоз ничего не осталось. Ты посмотри, это реально дроны какие-то. Это роботизированные насекомые. Война перешла в плоскость механизированных войн. Слушай, но божьих коровок не видно. О, сбейте мотылька, я сбил. И он прям рядом с казармой упал. Вот это да, конечно. Жесть. Ну слушай, вроде один мотылек, и неплохо, пока держимся. Пока держимся. Единственное, что я не созывал совет к центру королевы. Надеюсь, что все вызовут. Вызовите, пожалуйста, все. Я даже стрелять не хочу, потому что нет этих божьих коровок. Вот, кстати, можно начать и гаубицу строить. Почему бы нет? Сейчас война идет, а мы гаубицу строим в эту сторону. Так, остался один стрекоз. Один стрекоз. Сейчас посмотрим, напихает ему. Не, стрекоза их опередила. А, нет, два стрекоза осталось. Ну, попадите уже, лаборатория сейчас хана будет, елки-палки. Кстати, насчет лаборатории. Надо исследование какое-нибудь зафигачить. Укрепленный до... Нет. Хранилище укрепленного боска давай. Ура! Ура, ура, ура! И все артерии, как всегда, у меня подбиты. О, зато гаубицу вот тут. Вот здесь осталось под гаубицу у меня. Гаубица. В ту сторону, пожалуйста. Значит, тут под гаубицу у меня была постройка, ее снесли. Угу, удачно. Здесь тоже ее снесли. Великолепно. Ну и все артерии тоже надо восстанавливать. Абзац просто. Капец! Знаешь, короче, что у меня открылось в лаборатории? Смотри, прораб! Мы заметили, что строители отлынивают от работы и прохлаждаются на солнышке, попивая мед у себя в улье. Нам нужен тот, кто будет следить, чтобы все было построено в срок. Короче, чувак с хлыстом будет гонять теперь моих рабочих, если я прокачаю вот это вот. На 25% ускорится строительство. А на нас снова нападает. Через 6, 4, 5... Как быстро все... А, я же ускорил время, елки-палки. Не надо было ускорять время. Это снова настало. Снова сейчас... А зато у меня гаубица готова. Ха-ха! Где эта штука? Куда? Где? Я не вижу. Откуда летит? Так, там шершень. Где этот мотыль? Мотылёк! Чё-то не видно. А чё, всё, что ли? Так быстро? Один шершень, прикинь, залетел такой в гости. Хопа, привет. На разведку. Странно. Очень странно. Это реально разведка была, походу. Как говорится, перед затишьем будет жопа. Так что пришло время отстраивать гаубицы. Пострелять, что ли, из этой гаубицы хотя бы? Ох, елки! Вот это снаряд! Вот это мощь. А если вот в птичку, например? О, это сильно. Звуки просто адские. У нас уже доступна новая эра, мы можем на нее перейти. Это уже произойдет в следующей серии. Поэтому, если ты хочешь увидеть больше видео по этой игре,
то не забудь поставить лайк сейчас под этим видео и подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих роликов, на которых мы с тобой и увидимся. Так что до встречи. А я сейчас прокачаю все вот это вот оставшееся, чтобы в следующем ролике у нас была третья эра.